Давай. Лет 8 назад у девочки было недержание мочи. Вот, препараты ничего не помогали. Вот нам посоветовал врач, тоже УЗИст, принимать медвежьи ушки и ЭПАМ, но не помню, какой номер был. Вот он, 96-й, конечно. Можно 96-й, не помню. Вот он ей и помог. Поэтому я этот, с того времени помню, я больше ничего не помню. Какие изменения вы почувствовали? Изменения в том, что уже у нее не мочилось. Все нормально, в норме. Детский инуриз прекратился. А? Сколько времени? Я не помню, но по назначению, может, месяц. Не помню даже точно, это было давно. Но я помню, что этот препарат ей помог. Отлично. Да, она нет-нет берет эти ушки. Теперь я принимаю сама. Я хочу сказать про ушки. Даже нам, практически здоровым людям, можно сказать, да? Я 10 лет уже в компании. Я курсами все равно пропиваю ушки тоже, потому что это профилактика. Потому что вирус, инфекции, вода грязная, да, кто-то пользуется фитомылом, кто-то нет. И поэтому даже курсами мы тоже пропиваем его. Рекомендую тоже раз в 3 месяца, просто как профилактика, тоже пропить его, да. Спасибо.